Кухня ЖКХ. Добрый день. Сегодня в гостях на нашей кухне технический директор компании ВТК «Энерго» Игорь Зыков. Мы его пригласили, чтобы поговорить о счетчиках. Иногда квитанции сообщают нам, что счетчик отработал свой срок и должен быть заменен. Это вещь, которая случается неожиданно, никто к ней не готов, и редко это бывает. Мы не знаем никаких алгоритмов поведения в такой ситуации. А оказывается, это целый квест, если не знать, куда звонить. Для проверки ваших приборов учета квартирных нужно просто позвонить по нашей горячей линии. Номера телефонов у нас простые: 47-32-67 и 44-40-60. В назначенную дату обычные специалисты подъедут к вам и произведут проверку приборов, не снимая их с помощью специального оборудования. А если сломался, то есть мне требуется замена? Звоните нам же, мы поймем причину поломки. Зачастую их просто не ремонтируют. Приборы учета на самом деле не очень дорогие. Мне кажется, что ремонт просто бессмысленно с точки зрения экономики даже. То есть вы можете приехать с новым счетчиком? С новым прибором учета поставим, выпишем документы. После этого останется только документы от ВТК с показаниями нового счетчика направить поставщикам ресурса и на несколько лет забыть про эти процедуры. А вот про плату за тепло забыть надолго не получится. 8 месяцев в году у нас платежки шокирующие. Ваша компания здесь предлагает решение, которое сэкономить. Это да, часто задают нам вопросы по погодозависимой автоматике. Автоматика необходима. В зависимости от температуры окружающей среды, подача теплоносителя подается та, которая необходима на данный момент. В идеале бы еще сбалансировать тепловую систему в доме. Ситуация у нас тоже известна, когда в одном конце дома очень жарко, а в другом совсем наоборот. В общем, для решения этой проблемы устанавливаются специализированные тоже балансировочные краны. Все это вкупе дает очень необходимый и очень хороший результат. Срок окупаемости такого мероприятия 1-2 года, в зависимости от дома, естественно. Сейчас ведь, наверное, сезон самый, то есть надо до отопительного сезона успеть все работы провести. Да, безусловно, вы абсолютно правы. Лучше заниматься этим сейчас, потому что обычно у нас люди тянут, доводят до сентября месяца, в то время, когда у нас включается теплоноситель в жилые дома, и начинается наша история вечная. Мы не успеваем всем смонтировать и установить необходимые приборы учета или оборудование. Монтаж сам по себе длится 3-4 дня, больше подготовительная работа, это проектная работа. У нас не просто сделать погодозависимую автоматику, нужно обязательно выполнить проект, нужно его согласовать. После согласования уже выполнить монтаж, ну и, соответственно, сдать в эксплуатацию. А есть ограничения по домам, может быть, старым уже не поставить такую автоматику совсем? Поставить можно всегда, всем и везде. Иногда и привариться-то не к чему, но тогда, наверное, уже, да, действительно, сначала нужно систему все-таки делать, а уже потом автоматикой заниматься, да. Так что, если вас волнует комфорт зимой, ВТК «Энерго» вам поможет. Ну, а эту программу мы делаем вместе с компанией «Актив Комфорт» 222-892. Телефон для всех, кто заинтересован в удобстве проживания в нашем городе. Кухня ЖКХ.